Спасибо, спасибо. Я счастлив, что довелось мне, нам с Татьяной довелось дружить с Юрием Иосифовичем, бывать с ним в байдарочных походах и сотрудничать с Юрием Висбором, когда он делал кино в творческом объединении «Экран». И вот был такой фильм, он назывался «Мурманск-198», и связан он был с ледокольным флотом, с участниками военных действий на Северном флоте. И там был такой эпизод, когда перед глазами зрителя проходили фотографии военных времен, и специально для этого эпизода была написана нами вместе песня, которая называется «Военные фотографии». И я вот сегодня смотрю, сегодня здесь много фотографий уже Юрия Иосифовича, и уже эту песню я лично я воспринимаю гораздо шире. Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом по прозванию «Фотокор», чтобы наши светотени сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор. В дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ: стань фотограф в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что осталось за кормой. И остались годы эти в униброме, в промпортрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой. В фотографиях на память для отчизны дорогой. Спасибо. Вот был еще такой эпизод. Когда-то я участвовал в создании спектакля о Михаиле